Перед началом этого видеоролика сразу хочу сообщить, я тот самый бомжара, который играет 7 лет в эту игру и мало чего добился, почти не доначил, раз в полгодика могу купить пару кейсиков, когда играю ивенты, покупаю БП. Почему я не доначил эту игру? Потому что я не хочу потерять так быстро к ней интерес. Мне интереснее самому развиваться, чего-то добиваться, чем просто купить все, что мне нужно за 5 минут и забить на игру хуй. Поэтому, собственно, я так и радуюсь шмату, который я выбиваю. Ты понимаешь? Я был, Ваня, в тильте. Блядь. Я не выбивал с этого имени вообще ничего, что я хочу. Мне не хотелось его фармить, играть. Не было никакого настроения. Ну, типа, мне просто этот имени приносил только тильт. И тут в моменте, за один вечер, когда я по рофлу, под реакцию братишкина на Маканчика, сижу и в тильте открываю кейсики, мне падает видоед и танк. Это пизда вообще. Ну, это, блядь, ну, это... Охуеть! Брат, мы разные. Подвохновился, подукрал или еще что-то. Там приводили пример на муравья Хатта. Или еще что-то. Чуть ли не на видео там, в общем, они разбивали. В итоге ее там не оказывают. То есть, как бы, телепортация, которую все планируют придумать, она в природе уже есть. Поэтому думать о том, что где-то мотив там ты подукрал, где-то вдохновился стилем. Брат, ну, 7 нот. А тебя вообще Не... Охуеть! Что? Это, блядь, возможно? Я просто по рофлу решил поиграть в соло. Выполнил еженедельки. Испытания повыполнял. Открыл кейсы с обликами. Ебать! Я вот натофармил 326 уровень. Открыл кейсы с обликами, мне падает видоед. Из перуна падает танк! Ебать! Мама! Мама! Пиздец! Я самый счастливый человек на свете. Это пизда. Это пизда. Это просто пизда. Это пизда. Это пизда. Это пизда. Я выбил с этого ивента все, что хотел. Это пизда. Это пизда. Это пизда. Это пизда. Это пизда. Это пизда.